Кругосветное путешествие велосипедиста из Казани, которое длится уже полтора года, подходит к завершению. Ильдус Янышев уже преодолел 22 200 километров, проехав по странам Европы, Америки и Азии. 13 сентября он прибыл в Омск. Нам удалось пообщаться с известным путешественником, который, кстати, оказался нашим земляком. Сегодня я сделал экскурсию. Мне очень понравился город. Он ухоженный. Более того, я себя считаю сибиряком наполовину, потому что мой отец и мой дед родились на берегах Иртыша в городе Тобольске. И поэтому я себя чувствую, как вернувшись к своим историческим корням, истокам, с благодарностью смотрел на реку Иртыш, на берегах которой я проводил свое детство ранее. В классе 5-6, когда я читал романы великих наших романтиков, путешественников, «Дети капитана Гранта», когда я читал отчеты о великих российских, зарубежных путешественников. И, конечно, у меня возникло желание вначале стать космонавтом, как и всех детей Юрия Гагарина. Мы тогда любили, обожали, но потом эта страсть пропала стать космонавтом, я решил увидеть мир. И вот когда я уже вырос, я много путешествовал на автомобилях, на яхтах, но с 2007 года я увидел много людей, которые путешествуют на велосипедах на длительные расстояния. Я купил второй раз велосипед в своей жизни уже после школы в 40 лет и начал потихонечку осваивать эти маршруты. И в преддверии своего 50-летия я задумал совершить кругосветное путешествие, но был избран депутатом Казанской городской думы. Пришлось отложить на 5 лет этот проект. И после окончания депутатских полномочий в 2015 году начал подготовить себя физически, материально, организационно и объединил идею кругосветного путешествия с проектом «Шоссе мира» или Global Bike Tour for Peace and Goodwill, который мы реализуем с двумя международными организациями Rotary International и Universal Peace Federation. Велосипед – это не только спорт, это путешествие, эзотерика и путь к себе. Об этом говорил Ильдус Янышев на встрече со студентами Омского государственного университета путей сообщения. Он рассказал, какие удалось посетить музеи и достопримечательности в разных странах, с кем встретиться и какие аудиокниги прослушать. Велокругосветка, которая завершится 7 октября в Казани, проходит под лозунгами «Шоссе мира» и «Глобальный тур ради мира и людей доброй воли». Главной своей миссией Ильдус считает популяризацию социальных проектов, направленных на помощь людям с ограниченными возможностями. Поучаствовать в некоторых из них он предложил и студентам Омского университета.